Юра, как обычно. Ага, так. Мария Павловна, здравствуйте. Как? Здравствуй, здравствуй. Узнаете? Сегодня утром кастинг был. Повернись. Задом повернись. Замри. Садись сюда. Вы меня помните? Кастинг на роль спортивного комментатора. Слушай, а ты ничего. Да, вот. Мария Павловна, так рад вас вживую видеть, а не на экране телевизора. Слушай, ты, я смотрю мастер комплиментов. Я с детства ваш фанат, Мария Павловна. По-твоему, мальчик сколько мне лет? Вы молодо выглядите. Выглядите моложе. Моложе твоя мама? Моложе реального возраста своего. Это точно. Слушай, мальчик, а что у тебя во рту? Мне кажется, там вчерашняя каша. Слушай, понимаешь, Лин, а твоя внешность не соответствует твоему содержанию. Ну, как же, по спортивной новости, там нужна хорошая лицуха, Мария Павловна. Слушай, если ты так настаиваешь, я тебе, ты оставь свой телефон, я тебе, возможно, перезвоню. Ну, мне утром тоже так сказали. Мы вам еще перезвоним. Мария Павловна. Охрана, Сережа, будете. Мария Павловна, а вы кофе пьете? А, Мария Павловна. Мария Павловна!